вот я тебя прокачу. Поехали. Туда поедем? Угу. В жесть? Да. Там Toyota уже сидит. А, ну это хорошо. Руль размерами с ладонь. Положи ладонь. Вот. Так, Леня начинает экстрим. Экстрим тур мой. Сегодняшний экстрим тур 2 фильм называется. Экстрим тур. А, прямо не поедешь? А надо? Не-не, давай, вот там справа, справее только можно объехать. Смотри, вперед и вправо. Вот тут налево, смотри, вот дорога, вот правильный маршрут. Я искал его, видишь, и не мог найти. Да, вот он сложный будем маршрут. Будем натяжку медленно ехать? Да не, мы застрянем. Леня, мы можем застрять. Это я на прямом передаче, что ли? Подожди, я понижайку даже не включил. А, это задний. На заднем приводе, Рус. Да ну ладно, что ты рассказываешь. Да. Помой стекло. Плохо видно. Так, а вот это понижайка, да? Ну это самая первая, да, самая пониженная. А ну вторую давай, как-то тише стало, да? Тише стало ехать. Так да, у меня главная пара гудела сильно, ну, она дело... из этого и порвалась. Да, думаю, да. Так, ну есть там хорошие места? Ну, Toyota застряла, значит есть. Toyota может застрять вообще. Белый Волк, когда-то я расскажу давай историю, ты, наверное, ее не знаешь. Лебедился в центре Киева. О, красиво. Короче, в сугробе... О, смотри, начинается Женина болезнь. Обгоняй вот слева. Не-не, Женя едет. Женина болезнь. Короче, Белый Волк кого-то спасал и запрыгивает с разгону, или парковался просто и заскакивает с разгону в сугроб снега. А в сугробе снега была мусорка закопана, и он на ней как на постаменте повис, понял, на мусорке. Прикольно. Все колеса в воздухе. Да, такая была история. Подождем, пока он проедет. Да нет, едь, это ж Toyota, она ласточка не застрянет. Так, самурай. Тут уже накопано. Ну, самурай, конечно, волшебная машина, ничего не скажешь. Я тебе скажу, задней блокировкой... Вообще совсем другая машина. Другая. Ну конечно, у тебя все время зад толкает. Все время он толкает. Причем я нормально так и на горке чувствую, как оно меня заносит хорошо. Ну конечно, все время толкает. Что ж ты хочешь? Это ж не совсем. А главное, что не мешает эта блокировка ездить по асфальту. Ну потому что машина не длинная, не широкая, оно как бы получается. Вообще ничего никакого. Получается неплохо. На маленькой скорости, конечно, оно затирает немножко там поджевывает резину. Вот так. Оно и на большой поджевывает, но не критично. Вот уже место лагеря. Белый дельфин уже распалил. Ну что, сразу в экшен. Эти знаменитые болота. Тут Ниву мы как-то тут тестировали. Тут болота, что капец. А тут везде. Тут торфяник, 70-ка здесь была. Ну, смотри, как он поехал. Да, и что, ты так... думаешь, мы проедем? А ну, подожди. Может, давай сюда попробуем, по самому из жести. Давай. Так, ну Леня пробует... Тут Toyota 70-ка закапывалась, тут долго вынимали много кого. Вот кто хочет протестировать по-настоящему и уверен в своем внедорожнике, смотрите, что самурай творит. Это просто фантастика в полном смысле слова. Итальяну я какой-то зацепился. Ну он спереди вот такое. Ну все, ну тут... Тут, я вам скажу, даже болотоходу сложно будет. Вот и все. Вот и все, да. Ну, у всего есть предел. Все колеса крутятся. А ну, давай, включай. Все крутятся, да. Все? Да. Значит, все. Пробуй вперед, может, пойдет, кстати. Ты... Вперед выпрыгивать начинает. Давай, давай, давай. Давай вот так, так, рывочками. Идет, 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 давай. Теперь чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Пробуй вперед еще раз. Просто вот то, что физически уперся он. Мостами просто уперся в грунт. Да. Давай, Руслан. Размотаем, сейчас подтянем. Подходи. Так, ну по лайту Toyota едет. Представляете, на склоне вот такая жесть. Торфяник такой классический. Ну тут очень хорошо, вот маленькие остатки снега чуть-чуть. Сейчас там и Женя присядет.
Макс, надо прямее, наверное. Да, это сейчас разматывает. А ты иди, я сейчас тебе подам. Мы сейчас тебе кинем, за то дерево его примотай. Давай. На. Так, Леня борется с болотом. Ну тут просто жесть, видите, Колей с прошлых заездов. Семидесятка, такие звуки издает. Очень сложно. Не, он сюда подтянется и поедет. Давай. А, не хватает? А выше, верхнюю достанешь, вон, где один ствол. Влад, где один ствол вверху? За Леню, за Женю давай. Так, ну зацепили за Тойоту. Ну, Женю вытягивает. И сам поехал. Ну, тут очень жестко, очень тяжело. Какие-то звуки. Лепитой подтянет. Да. Что-то издает звуки. Ну, тут такая... Такой жестячок, не детский. Вон, видите, правая сторона провалилась и тянет Женю он. Женя к нему едет. Женя решил выехать. И теперь Леня. Ну это, я вам скажу, серьезное тут препятствие. Очень сложное. И только вот это, благодаря тому, что машина не тяжелая, и хорошо подготовленная, она может здесь двигаться на лебедке. Тут и на лебедке бывает одной не хватает. Сейчас я вам покажу, что под ногами у меня. Еще! Еще! Так, там Тойота на коксе. Ты думал, внедорожник у тебя, да? Что-то не то, надо дорабатывать, Лёнь. Я же еще колеса не спустил, у меня атмосфера в колесах. Да понятно, тут хотя бы 0,3 надо. Я вообще... По-моему, нет. А? Давай. Леню? Да, Леню налево. Давай. Лень, давай лебедку туда тебя подтянем. Это у Тойоты странные звуки такие. Бери сапоги, лебедку подтянем. Крутятся. Тойота выехала. Каким-то чудом. Перекрываю тебе дорогу. Катаюсь. Да лучше сюда не ехать. Чего? Да бля, там что, не только тебе не сюда, потом обратно на лебеде посудили. Вот это какуля. Жека, может давай я вначале выеду, а потом ты... А какая разница? Да большая, ты пока будешь лебедиться, я проеду. А ты уже ехать можешь? Ну нет, ну я лебеду еще зацеплюсь, у меня же теперь... Дай, держи. Все, Рубикон приехал. Да.
Да. Да, Леня не спущен. Будет интересно попробовать на сдутых. Слушай, я и так неплохо проехал. Угу. Он присел. О, по чуть-чуть, да? Давай. Да, тут все, тут всегда, да, такие гончарные круги. Красиво. Сейчас у тебя еще лучше будет. Едь. Куда? Прямо. На чем? На лебедке. Гора вон у него. Рубикон тоже не едет, 37-й. Триподор не помогает. Не тут на самом деле очень жестко. Тут я вам скажу, даже для болотохода. Так, Юля идет скорозащиткой к дереву. Юля! Ты что, упала? Я не могу достать. Вниз. Там очень хреново ходить. Подожди, иду на помощь. Ставь ногу назад. У меня вообще нет. Русь, помоги. Иду. Если дойду. Ёханый бабай, подожди. Сейчас, ногу вставляй, будем тянуть вместе с ногой. Нет, ты ногу вставляй, давай руку. Да нет, не могу, не... Вставляй ногу, я буду тянуть рукой, а ты будешь тянуть ногой свой сапог. Тогда, может, шансы будут. Ну, хочешь, выйму так. Я его так засосала. О, о. На. Держись. Стой, давай, я тебя буду держать. Ты держи сапог. Это жесть вообще. Там он, Рубикон, рубится. Тут Тойоте просто вернуться. Вот мы проехали буквально тут 20 метров. Точнее, не проехали. Проехали метров 10. И 15 ползем все. Или 10. Тут жестячок полный. Видите, на склоне вот такая жесть. Это просто феноменальное место на самом деле. Тут, конечно, спецучасток для тяжелого класса. Ну, в смысле... Для безлимитного, правильно сказать. И вот он на склон, все замылено, ничего не касается. И тут же Леня. Полтора часа до темноты. Бери в руки, бери трос.
Сам попробуй. Сам поедь попробуй, Лёня. Не хочет сам. Лёня, без лебёдки поедь. Лебедочек. Ну, давно надо было начать самому ехать. Макс, давай, давай в грязь, говорит. Ходом попробуй, может, да, пролететь. Если инерции хватит. Разгона почти нету. Ну, метр проехал, в принципе. Нет, там уже все. Там не ехал даже Леня на всех блоках. Намного легче. И морда провалилась. Все. Так, Рубикон выбрался. И едет. Ну, сейчас Леня спустит шины, я думаю, покажет оффроуд. Так, друзья, зашел я тут как-то глубоковато. И пока сапоги сидят хорошо, ноги вынуть удается. Вот белый дельфин приехал по лайту. Очень уверенно себя чувствует. И там опять лебедка. Телочек катает, да? Да. По сухому телочек катает. Мы там и на Запорожце проедем. Тапка в пол тут так сложновато. Не. Просто уже такой глубины колея и мостом цепляет, и все. Леня, смотри, чтобы доказать, что самурай настоящий внедорожник, ты должен проехать там, где проехал Рубикон на лебедке, ты должен ходом пройти. И тогда ты, ну конечно, ну. И ты сразу все докажешь всем. Сейчас попробуем, сказал Леня. И продолжил спускать колеса. Тут лебедка решила. Лебедка, да.